Спасибо. Спасибо, Артек. До встречи, новая волна! Это тот редкий случай, когда артист после себя оставляет много цветов, и мы можем смело подать... Кому нужны цветы от Филиппа Киркорова? Мне надо выбрать, кому. Так, вам. Стас, ты нам с девочками тоже захотел. Да, пожалуйста, молодец, если тебе вот замечательный цветок. Это некрасиво, давай нам красивые цветы. Красивые, сейчас я подберу. Мы все-таки тоже девочки. Красивые цветы от Филиппа Киркорова. Сейчас, секундочку. А? Вот это другое дело. Что там за коврик такой сзади? Соня, ты не унесешь. Соня, завтра же на лето. А я его унесет Кристина. Девчонки молодцы. Стас, да вернись уже. Да мужики разбирают цветы, вы видели? Они это все сделают, возвращайся. Кристин, клади на сцену. Зато мы все в лепестках роз. Что, дорогие друзья? Мы благодарим Объединенную двигательно-строительную компанию... Мы благодарим Объединенную двигательно-строительную компанию, крупнейшую двигательно-строительную корпорацию, производящую авиационные и космические двигатели. Отдельное спасибо хочется сказать нашему спонсору, предприятию «Салют», являющемуся одним из лидеров авиационного двигателестроения России. А также спасибо партнеру конкурса – компания «Детство», представляющая марки детской и подростковой коллекционной одежды «Пинетти» и «Десолита». Следуя итальянским традициям, дизайнеры сделали ставку на комфорт, качество, шик, классику и элегантность. «Десолита» и «Пинетти» – это коллекции, которые способны угодить и детям, и родителям. Ну и, конечно, официальное радио конкурса «Детское радио». Детская радиорадиостанция, которая круглосуточно вещает только для детей и их родителей. Друзья, как это не печально, но наше пребывание в волшебной стране детской новой волны заканчивается. Весь год нам вас будет безумно не хватать. И мы прощаемся с вами, чтобы через год вновь выйти на эту сцену, на сцену детской новой волны. Выйти в окружении талантливых, фантастических детишек, чтобы подарить вам море радости. И пусть этот символический огонь хранится здесь, в Артеке, до следующего года. Ведь мы его обязательно снова зажжем! А сейчас мы хотим пригласить на сцену всех конкурсантов этого года, а также участников детской новой волны прошлых лет. У нас для вас есть еще один подарок. Музыка Игоря Крутого. Песня написана специально для нашего конкурса. За роялем автор. Игорь Крутой. До свидания, детская новая волна 2014. Здравствуй! Детская новая волна 2015. Музыка — это дивная страна, все века принимала всех она. Кто играет и поет, в ком всегда музыка живет. Музыка.
facebook.com, Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики. Ребята, ссылки на все марки.